Быть человеком кино непросто. Передать зрителю счастье, боль и радость героя требует особых навыков. Станислава Овечкина с самого детства мечтала о карьере в кино. Сейчас учится в УГПУ, совершенствует актерские навыки. Девушка признается, как только узнала о проекте «Кинорезерв», не смогла удержаться и решила поучаствовать. Я очень надеюсь, что после этого опыта я смогу дальше продвинуться в каком-то кинематографическом плане, потому что мы уже сняли 3 фильма. Это началось еще в августе, когда к нам приезжал первый преподаватель, потом второй, потом третий. Все это всегда очень здорово. Проект «Кинорезерв» Санкт-Петербургского института кино и телевидения направлен на создание молодежного резерва деятелей кино. Ребята проходят обучение по специальностям режиссерской группы, помощники режиссера и ассистенты художника по костюму. Ранее молодые люди прошли теоретическую подготовку, теперь снимают короткометражные фильмы. В перспективе такие специалисты будут востребованы у именно крупных производителей, которые ездят по регионам на съемки. Им не придется привозить своих специалистов второго звена, а будут брать местных. Ребята сняли уже 3 короткометражных картины. Сейчас занимаются съемками игровой работы о съемочной группе, которая путешествует во времени при помощи волшебной хлопушки. Глобальной цели, какой-то художественной задумки у этой работы нет. Это просто учебная работа. Мы отрабатываем с ребятами навыки и компетенции, которые они получили во время теоретического обучения на нашем курсе. Проект реализуется при поддержке президентского гранта в 5 городах России. Лекции и занятия проходят в Ульяновске, Петрозаводске, Ленинграде, Нижнем Новгороде и Краснодаре. В конце октября у ульяновской команды защита собственного проекта. Максим Писарев, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.